Все лето в Сочи работали 140 детских и спортивных площадок. Их ежедневно посещали 3000 подростков. С детьми занимались аниматоры и инструкторы. Самым активным участникам летней оздоровительной кампании глава города вручил ценные подарки и грамоты. 48 тысяч наших детей приняли участие в таком туризме, который называется экотуризм. То есть кто-то один день, а кто-то всю неделю путешествовал, ходил в походы. Мы говорим о том, что 23 тысячи наших детей получили оздоровление в оздоровительных учреждениях как в городе Сочи, так и за его пределами. Всех участников летнего праздника ждал сюрприз – Дед Мороз и мороженое от него в подарок.